Добрый день! Сегодня на нашем замечательном вечере дуэт Изольда и Дима Гуччи. Вы у нас, ребята, уже не первый раз. Все верно, мы уже партнеры. Всем привет! Расскажите, пожалуйста, что у вас нового произошло за это время? Побывали в Сочи, побывали в Абхазии, дали интервью, продолжаем давать. Да, были в Сочи, выступали, приглашали Русское радио, у них тоже выступали. Говорили, кстати, про ТВ-шанс, про вас, как про партнеров, вместе сотрудничаем, передавали привет на Русском радио. Концерт был у Мути, тоже ТВ-шанс там был. Да. Вот. Сколько всего, здорово. А в плане творчества новые песни пишутся? Да, на самом деле вы прям чувствуете, пишется одна лирическая песня, скоро мы вам ее представим. Пишутся и клипы монтируются, но да. Все равно в поисках монтажеров. Так что, монтажеры, мы ждем вас. Здорово, ребята, мы с нетерпением ждем вашего выхода на сцену. Скажите, вот от себя, что бы вы пожелали всем участникам, которые приходят к нам, что бы вы пожелали им? Вера в себя, активности. Кайфуйте, делайте то, что нравится, вообще не обращайте внимания, двигайтесь. Да, раскрывайтесь, раскрепощайтесь, не бойтесь сцены, не бойтесь людей, зрителей, не бойтесь, просто делайте от души и все. Это правильно. Если делаете, делайте от души. Ну что ж, ну а мы не прощаемся, а говорим до новых встреч!